Не, блядь, оторви ему еще передний бампер. Давай, 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 дальше. По самому краю. Руль вверх. Куда он крутит руль, блядь? Хорошо, Андрей здесь. Это пас, а не Андрей. Андрей не понял, что он. Андрюха спит. Андрюха спит, да. Ну, получилось. Может, ступенька тут, наверное, тоже. Не, в Джейка она, блин, ползучая. Не. Сразу едем. Все, пошли, поехали. И потом ему расскажешь, что он сам за рулем ездил. Сюда поднял. Да, сюда он за рулем ехал, не Паша, не ты. Ты ехал! А я с вами.
Бенни там, помнишь? Блять, гумы есть! У нас такие, блядь, тихо! Повтори! Номера білоруси прикручували, бо відірвались. Що? Включаю. Он запоріжець, так? Прикольно. Калімати там є. Кермошлем кинь на лицо, yeah. Потому що пока. Да, калімати є з палаткою там. Треба мотоциклетний шлем, понял? Щоб ти приїхав дому, блядь, цілий. Ні, ну не поглядати, ось так. Там багато більш там не заночувати. Харків, блядь, і поїхала. Людей вивозила, видно. А, то да, то може капець. Блядь, здесь пацани, блядь, чапаєте. Я сейчас покажу, как он.